Экоэстрелос представляет. Карейму Торрес и Николаса Монтеро в фильме «Мечты и зеркала». Вот таким я хочу его видеть. Похожим на звезду. Видишь эти глаза? Эти глаза, этот нос, эти губы. Как он хорош, да-да. Все в нем смертный грех. Святотатство. Но ради такого, как он, стоит быть обреченным на муки ада. Что скажешь? Правильно. Мы должны довольствоваться простительными грехами. Что еще нам остается делать? Ну что ж, здесь мы расстанемся. Мне нужно сесть на автобус, идущий в Ла-Каракас. Ты помнишь, какой автобус тебе нужен? Или еще раз объяснить? Нет, ты мне уже 100 раз объяснила. Ты уверена, что сама доберешься? Конечно, не беспокойся. До завтра. Спасибо. Ну что ж, тогда пока. De mis 20 años, relicario de mi juventud, un cariño ignorado soñaba, y ese sueño ya sé que eres tú. Permiso. ¿Cuántas veces rogaba el destino ser esclavo de tu sueño azul? Y hoy que sé lo que cuesta un cariño, ya no puedo con mi esclavitud. Quisiera amarte menos, no verte más quisiera, salvarme de esta hoguera que no puedo resistir. No quiero este cariño. Алло. Алло.
Я только что пришла из кино. Ничего не случилось, все в порядке. Просто я так рада слышать тебя. Как все поживают? Скажи им, что я очень по ним скучаю. У меня дела идут хорошо. У меня есть подруга, Сандра. Мы работаем в одном отделе. Мой начальник, он строгий и неприятный, но, в общем, хорошо ко мне относится. А особенно мне нравится Дон Якоба. Кто он такой? Он один из владельцев журнала. Он очень забавный. Он постоянно смешит меня. Остерегаться? Дона Якоба? Мама, какая двусмысленность? Как тебе это приходит в голову? Ты всегда думаешь о худшем. Если бы ты встретилась с ним, то поняла бы, что у тебя нет причин для беспокойства. Абсолютно никаких. Брось глупые мысли и вставай. Надо спешить. Да, конечно. Они оказались в безвыходном положении. Верно. Не думаю, что командиры все еще держат в подчинении свои партизанские отряды. Да, это нелегко, господин президент. Да, я слышал этот комментарий и нахожу его беспочвенным. Нельзя сделать войну более человечной. Помните нашу речь об образовании? Какой смысл выпускать специалистов, если для них нет работы? Разумеется, гораздо лучше. Гораздо лучше, когда в стране много образованных людей без работы, чем неграмотных. Согласен. Здоровье мое неважное. Я угасаю. Сложное дело отойти в мир иной. Да, господин президент, мы все умрем, но у меня была слабая надежда, что я бессмертен. Оптимист, как всегда, верно. Не волнуйтесь, заходите в любое время, но оставьте своих телохранителей за дверями. Всего доброго, спасибо, что позвонили. Отдай мне туфли. Слава богу, что мы живем не в век фараонов. Знаешь, что было бы со мной, если бы это было так? Они бы похоронили нас вместе. Точно. Мы снова получили заказ на рекламу. Меня это не удивляет. Мы с тобой, Якоба, легко предсказуемы. Как ты считаешь? Ничего не предпринимая, не посоветовавшись с Марселло. Понятно? Да. Иди сюда. Что? Подойди ближе. Подойди. У тебя глаза матери. У Якоба глаза моей Сары. Я прав, Измаил? Вы правы, Педро. У него ее глаза. Теперь иди. Я жду Фабио Рек.
Он не знает, что твой отец болен, поэтому предложил нанести ему визит. Надеюсь, что визит не затянется. Если он задержится, я притворюсь, что задыхаюсь. Тогда ты дашь мне кислородную маску и выпроводишь его. Хорошо. Прежде чем умереть, я хочу, чтобы Якоба женился. На Адриане. Но он же не любит ее. Неважно. Якоба не может жить один. Он мало себя любит. Я был такой же. И посмотрите на тебя сейчас. Этим я и занимаюсь. Ужасно. Ты так начистил их, что я в них просто отражаюсь. Один из самых влиятельных людей страны. Один из... Самый влиятельный человек в стране. Дай мне тапочки. Я не умру, пока он не женится. Я понимаю, почему. Дон Якуба? Теперь я понимаю, почему воры, остановив автобус, вместо того, чтобы сказать руки вверх, первым делом командуют «снимите башмаки». Я думаю, это для того, чтобы пассажиры не удрали. Они это говорят? Конечно. В таком случае, где же люди прячут деньги? Башмак — надежный банк. Я пошутил. Я чуть не расплакалась, Дон Якуба. Пожалуйста, скажите мне, когда появится Эстебан. Я буду в редакторском отделе. Да. Не уходите оттуда, Дон Якуба, иначе я не смогу выполнить вашу просьбу. Обещаю не сдвинуться с места. Ингрид. Наконец-то ты пришла. Ты постоянно в моих эротических грезах. Постарайся понять меня. Я готов потерять голову. Мы должны что-то предпринять. Как ты посмотришь на то, что сегодня вечером? Мы с тобой? Доброе утро. Доброе утро, Дон Марселло. Здесь твой зять. Поговорим позже. Скажи Зет Рейд, чтобы он зашел ко мне и отмени ленч, назначенный на сегодня. Перенеси его на завтра. Доброе утро, Жозефина. Доброе утро. Жозефина. Завтра мы с Сильвией будем отмечать 10-ю годовщину со дня свадьбы. Позаботься об этом. Цветы, что-нибудь из драгоценностей? Да. Я принесу каталог ювелирных изделий. Как только Якоба появится, пусть зайдет. Вирджиния Марселло, как насчет моей просьбы? Скажи Эстебану, что это неотложное дело, хорошо? Мне нужны еще два корреспондента. Да. Отец получил от Рек заказ на рекламу. Да, хорошо. Сейчас придет Зет Рейд. Если ты пригласил меня, чтобы я стал свидетелем его увольнения, то я лучше уйду. Ты останешься. Если бы ты позволил мне заняться этой проблемой, то ничего бы не случилось. Так что останься и посмотри, что ты спровоцировала. Пусть Зет Рейд войдет. Закрой дверь. Доброе утро, Дон Марселло. Как дела, Якоба? Дирекция журнала предлагает вам уволиться. И я уведомляю вас об этом. Но, Дон Марселло, я не сделал ничего дурного. Это приказ дирекции. С этим ничего не поделаешь. Поговорите с начальником отдела кадров о выходном пособии. Якоба, я работаю в этом журнале 6 лет. Как же они могут требовать такое? Я не знаю. Мне это тоже тяжело слышать. Дон Якуба, Дон Эстебан еще не пришел. Как только он появится, я скажу ему, что вы хотите его видеть. В этом уже нет необходимости, Марианна, спасибо. Дон Якуба, подождите, тут для вас почта. Пожалуйста, передайте ее в отдел рекламы. Хорошо, а что-то случилось? Дон Якуба, вы хотите чипсов?
Ингрид, твоя холодность возбуждает мой аппетит. Хочешь, Ингрид? Марианна, перестань думать о Якубе. Такие мужчины не для нас. Поверь мне, тебе это принесет только страдания. Что-то случилось. Он расстроен. Я слышала, что из-за него уволили за Трейта, репортера, которого Якуб очень любил. А ты лучше печатай письма, а не то из-за Якуба уволят еще кого-нибудь. Я приду к тебе на ленч. Тебе трудно дышать? Нет. Мы с Измаилом решили, что эта маска — лучшее средство избавиться от посетителей. Значит, у тебя много посетителей? Я рада. А я нет. Они приходят только для того, чтобы посмотреть, как я угасаю. Вероятно, кому-нибудь очень повезет стать свидетелем моей смерти и тем самым войти в историю. Приходил Фабио Рек. Я и не знал, что он вылечился от рака. Тогда это правда. Я думала, что это только слухи. А у него был рак чего? Рак печени или почек, не помню. Все, кто входит в эту дверь, либо больны раком, либо вылечились. Либо знают тех, которые больны раком, или вылечились от него. Понимаю. После несчастного случая, и даже теперь, ты не слышал того количества историй о сломанных бедрах, которые слышала я. Но никто не рассказывает о тех, кто умер от рака. Ну и никто не говорил мне о тех, кто остался хромым. Мы с тобой болезненно впечатлительны. Эстебан сказал мне, что инцидент с Рек улажен. Да. Если международное сообщество откажется от его поддержки, то Россия превратится в пристанище бандитов, подобно Колумбии. Кто это сказал? Ельцин. Во второй раз. Это просто неслыханно. Неслыханно. Если мы пристанище бандитов, то как же можно назвать страну, которая уничтожила 40 миллионов своих граждан и несет груз стыда за события в Афганистане? И за то, что творится в Чечне? Ты слышала, что там происходит? Я говорила тебе, что ты не сможешь оказать влияние на Якуба. Как могут страны, которые на протяжении этого столетия участвовали в двух мировых войнах и ряде других, называть нас дикарями? Я говорю тебе о Якубе. Они все еще варвары. Твой сын поймал в ловушку моего. Можно стыдиться быть колумбийцем в 95-м году. Но все-таки это несравнимо с немцами в 40-е годы. Как ты думаешь? Добрый день, Доня Габриэла. Как дела, Измаил? Я останусь здесь на лечь. Эстебан предупредил Якуба. Он разработал великолепный план, направленный на то, чтобы опорочить его. У тебя очень ловкий сын. Мой же, напротив, простодушный. Очень жаль. Что у нас на обед? Овощной суп, жареный морской окунь, брокколи, лимон и вареный картофель. Я не буду есть суп. Тогда отведайте остальные блюда. Тебе известно, что я хочу видеть Эстебана во главе журнала. Но я руководствуюсь не любовью, а логикой. У него достаточно опыта, чтобы удерживать его на передовых позициях. Если ты будешь упорствовать, ты доконаешь своего сына, Педро. Он окажет тебе любезность. Я очень люблю Якуба. Нет необходимости напоминать тебе, что после смерти твоей жены я тоже принимала участие в воспитании твоих детей. Разве не так? Нет. Я хорошо знаю обоих и знаю, на что способен каждый из них. Я защищаю своего сына, а ты нападаешь на своего.
Разве ты не останешься на ленч? Нет, благодарю. Меня не устраивает это меню. Я пойду в ресторан Пьера. Там мне подадут паштет из гусиной печени, бифштекс с ракфором и печенье, и бананы на десерт. Ты злая и вредная. Ты это понимаешь? И, конечно же, я выпью бутылку замечательного красного вина. Приятного аппетита. Старый пройдоха. До свидания. Измаил, убери со стола. У меня пропал аппетит. Старая ведьма. Ты тоже так считаешь? Что я уничтожу Якоба? Последний раз я ел бифштекс с ракфором 2 месяца тому назад. Умирать скучно. Да, очень скучно. Так это были журналисты, Лиссандро? Разумеется. В этой стране нет другого журналиста, подобно Индио Урибе. Конечно, времена великих людей прошли. Как вы считаете, Арагон? Да, прошли. Эй, приятель, это правда, что они говорят? Что ты собираешься управлять семейным пасквилем? Об этом они и толкуют. А ты поднимешь всем зарплату, правда? Я дам тебе акцию. Но, в конце концов, он окажется таким, как и все олигархи семейства Арагон. Увидишь. Таким же, как Дон Эстебан. Привязанным к сотовым телефонам, факсам начальству. Ради чего? Чтобы кончить, как и мы. Быть подключенным к прибору искусственного дыхания. Вилла Винсенсо, я много времени проводила перед телевизором и мечтала стать певицей или сниматься в мыльных операх, почти как все мои друзья. Кроме того, я написала рассказ и отправила на телевидение журналиста, чей адрес был указан в журнале. Я могу поклясться, что рассказ был неплохой. Но мне даже не ответили. И вот однажды я приняла твердое решение попытать счастье в богате. Да. Богата — рискованное место. У меня было 2 пути. Остаться и помогать отцу продавать ткани, или рискнуть. Будь осторожна. Если присмотришься, то за взглядом скрывается... У нас 4 билета. Вы идете с нами на стадион? Я не могу. Скажи Рафа и Лапалито, что мы встретимся здесь в 6. Заплати деньги за меня. Как здоровье, Педро? Неплохо. И даже при смерти он не стал мягче? Даже сейчас не смягчился. То, как он поступил за Трейд, отвратительно. Пока. Я обратила внимание на то, что он погружен в печаль. Это похоже на депрессию или уныние. Якоба приятный человек, иногда забавный, но факт остается фактом. Он один из богатых владельцев журнала. Но он не ведет себя как богач. Если не знать этого, то не скажешь, что он член этой семьи. Но он член этой семьи. Давай расплатимся и пойдем. Мы не Якоба. Если мы опоздаем, то у нас вычтут из зарплаты. Свежие новости. Возобновление переговоров с партизанами. Это хорошо, но не для передовицы. Что еще? Марш протеста местного населения против использования галифосфата. Алебарду, да, сеньор? Давно мы не виделись. Давно, Дон Педро. Положение сложное, Дон Педро. Мне удалось осмотреть несколько пахотных угодий и убедиться, что они уничтожены. А что ты принес в качестве подарка, пучок опийного мака? Да, сеньор. Марш местного населения продолжается. Другая проблема. Нарастают проблемы в сфере здравоохранения, отец. Здравоохранение больно? Да. Передовица на этой неделе будет посвящена здравоохранению. Якобо?
Сеньор, я хотел убедиться, что ты здесь. Ты так мало говоришь, но я хорошо все слышу. Марсело, сеньор, я даю тебе задание поговорить с твоими зарубежными корреспондентами. А в чем дело? Мне нужны данные из официальных источников о том, сколько людей умирают насильственной смертью ежемесячно в следующих странах. Америка, Англия, Испания, Германия, Франция, Мексика, Бразилия и Венесуэла. Начни с нее и получи сведения отдельно по каждой столице. Понял. Мне нужна исчерпывающая информация за последние 3 года по каждой из названных стран. Потом мы объявляем открытыми Олимпийские игры насилия. Я слышал тебя, Якоба. Зачем все это? Нашей стране нужно вернуть чувство собственного достоинства. С помощью статистических данных о насильственных смертях в других странах мир прогнил, Якоба. Но они относятся к нам как к единственному трупу, который смердит. Мы начинаем крестовый поход за наше национальное достоинство. Давайте окажем давление на правительство, чтобы оно потребовало визы у тех стран, которые их требуют у нас, за каждого гражданина, которого раздевают до нога на таможне за рубежом. Мы разденем до нога их гражданина здесь, у нас. Если штаты считают, что каждого колумбийца можно подозревать в провозе в их страну наркотиков, мы будем считать, что каждый американец, приезжающий в Колумбию, потребляет их. Если каждый колумбиец на испанской таможне объявляется торговцем наркотиками, то каждый испанец — это член банды бритоголовых в Колумбии. Давайте обменяемся сведениями о насилии и оплатим той же монетой. Обменяемся любезностями. Дело в том, Педро, что это вызовет только конфликт и не принесет нам никакой выгоды. Достоинство? Ты знаешь, я не это имел в виду. Допустим, что мы обсудили проблему наркотиков. Тогда давайте прекратим наше заблуждение в науку. Давайте возведем наши недостатки в разряд истины. И проблема решена. Только так. Еще новый сюжет. Война между мыльными операми. По крайней мере, в этой войне не участвует вся страна. Девушки, вы заставляете меня почувствовать, что каждый день может стать последним. Не посмеивайтесь над нами, Якоба, потому что всякое может случиться. Сандра, тебе никогда не приходило в голову поменять профессию, заняться скандальной журналистикой? Ты так нужна фоторепортерам? Ну, наверное, ты слишком молода, чтобы быть такой мрачной. Мир мрачен, Дон Якоба. Я не могу ждать тебя. Я спешу. Пока. Счастливо. Ингрид, оставь хоть малейшую надежду. Я буду счастлив услышать, например, такое. Я не готова. Мне нужно еще немного времени. Ингрид. Пока, Ингрид. До завтра, Дон Якоба. Я тоже ухожу. Вы немного повеселели? Да, мы ощущаем полное спокойствие, когда решаем покончить жизнь самоубийством. Ты благословляешь меня? Или идешь на свой автобус? Просто этот город пугает меня. Он будет еще более пугающим, если сценаристом нашей эпохи станет Сандра. Я подвезу тебя. Нет, нет, не надо. Я не хочу затруднять вас, Дон Якоба. Мне это не трудно, Марианна. Садитесь, садитесь. Кто-нибудь сказал Якоба об этом совещании? Я сказал ему сразу после окончания совещания редакторов. Тогда он скоро прибудет. Легкомыслие погубит эту страну. Единственное, что может объединить нас в достижении общей цели, это мелодрама. Что ж, давайте начнем. Что происходит? Дело в компании Аэрокрон. А что с ней? Ходят слухи, что 4 основных акционеров компании в стране связаны с отмыванием денег. Мне нужны не слухи. Родриго Крон является партнером тех строительных компаний, управляющие которых находятся под следствием за это преступление. Ждать недолго, когда его призовут к ответу. Но он не является непосредственным партнером. Его зять — подставное лицо. И где он? Он покинул страну, как только прокуратура начала расследование.
Ты можешь доказать соучастие Крона? Да. А что с тремя остальными? Мы занимаемся этим. Счет Аэрокрон значительный, но ничего серьезного нам не угрожает. Мне нравится Родриго. Я испытываю к нему нежные чувства. Я знаю. Поэтому мы и собрались здесь. Черт побери, что творится в нашей стране? Ты попросишь у своих друзей рекомендательные письма. Верно, Измаил? Верно, Педро. Если хочешь, мы подождем пока. Напечатайте это. Уходите, дети. Пока. Я буду держать тебя в курсе дел. У тебя прекрасная кожа. Ты мне это всегда говоришь. Как у твоей матери. До того, как постарела, конечно. Скажи старой ведьме, пусть придет ко мне. Я скажу. Я приду к тебе завтра. Как поживает твой тупица отец? Очень хорошо. Этот кретин мой ровесник. Я прав, Измаил? Верно, Педро. Разумеется, он счастлив, что я умираю. Нет, он очень тебя любит. Хочешь, я скажу отцу, чтобы он навестил тебя? Нет, не надо. Его разговоры наводят на меня скуку. Что скажешь, Измаил? Верно, Педро. Я скажу ему. Скажи ему. Спокойной ночи, Педро. До свидания, папа. Ты бледен и плохо выглядишь. Последнее время я плохо сплю. Если тебя это может хоть немного утешить, то я из-за Якоба не сплю 33 года. Спасибо за то, что утешил. Что ты подаришь Сильвии? Цветы и драгоценности. Трогательно. Когда женщины встают, чтобы поздороваться с тобой, а мужчина целует тебя в лоб, убей себя, Измаил, потому что ты превратился в старика. Хорошо, Педро, я так и поступлю. Он не пришел. Черт возьми, где Якоба пропадает? В сущности, ничего не случилось, но я все время боялась, что что-нибудь может произойти. Вот так страх действует на нас, Марианна. Он переполняет нас чем-то, что рядом с нами, но не задевает нас. Ужасно пребывать в таком состоянии. Ужасно. Сандра рассказала мне, что ее подругу чуть не втолкнули в машину, когда она ждала автобуса на остановке. Марианна, мне придется запретить тебе дружить с Сандрой. Да нет, к счастью, прибыла полиция. Мне не верится, что приехали полицейские. Это невозможно. Сандра лжет. Да нет, к счастью, они пришли ей на помощь. Сандра говорит, что преступники хотели увезти ее за границу и там продать. Хотите еще чашку кофе, Дон Якоба? Нет, спасибо, мне пора. Я уже на 2 часа опоздал на встречу. Я отвлекаю вас разговорами. Но разговор такой дружелюбный и приятный, и очень содержательный, что не грех опоздать. Да, такое может случиться с каждым, Дон Якоба. А если и нет, то мы боимся, что это может случиться. Если моя машина на улице, и никто не задержит меня на пути домой, то увидимся завтра. Счастливо. Я понял, кто они. Те, которые совершают это. Они же не хотят строить мирную страну. Спасибо, что привезли меня домой. Закрой дверь, не звони Сандре, не смотри новости, и тогда ты будешь видеть приятные сны. Только тогда. Я посмотрю мыльную оперу. Это хороший наркотик. Даже президент им пользуется.
Я забыл. Якоба, давай выясним раз и навсегда. То, что ты часто забываешь о наших свиданиях, объясняется не только твоей плохой памятью, но и полным отсутствием любви. У меня был трудный день. А разве у тебя бывают другие дни? Они уволили Зет Рейта из журнала, и это меня расстроило. Ты так глубоко чувствуешь некоторые вещи, но ты совершенно не считаешься с некоторыми людьми. Например, со мной. Ты права. Прости. Прости. Но ведь ты не можешь пообещать, что это не повторится, потому что так будет продолжаться и впредь. Ведь я права. Мы договорились пойти на концерт. Это первый и последний концерт. Да, зарубежные артисты не жалуют нашу страну. Ты можешь проявлять крайнюю чувствительность и вызывающее сочувствие экзистенциальные страдания, потому что ты устал. Адриана. Мне очень жаль. Давай помиримся сейчас. Не будем ждать до завтра. Ты совершенно не сомневаешься во мне. Мне хотелось бы быть уверенным в тебе. Но я ни в чем не уверен. Извини, Адриана. Ты невозможен. Ты подчиняешь мое настроение твоему, а это несправедливо. Да нет, это не так. Ты заставляешь меня думать о тебе. Я понимаю. Где ты был? Я компенсирую этот концерт тем или иным способом, согласна? Нет, ты не сделаешь этого. Ну хорошо. До завтра. До завтра. Якобы твой отец страдает. Да не стой без дела. Подержи кислородную маску, а я введу морфий. Ты что, не слышишь меня? Скорее, Якобо! Где ты хранишь морфий? На своем ночном столике. Останься с отцом, пока я... Нет. Я принесу. Не волнуйся, Педро. Через несколько минут тебе станет легче. Боль уйдет. Почему ты не держишь морфий под рукой? Потому что он впрыскивает его сам. Твой отец вводит его себе сам даже тогда, когда у него нет болей. Он пристрастился к нему. Боль отступает, Педро. Ведь уже не так больно, да? Не больно ведь.